России всегда были люди, которые со специальными заданиями уходили во вражеский тыл и с риском для жизни их выполняли. И именно этим воинам, защитникам Отечества, сегодня и посвящаются наши соревнования. Начинаем церемонию открытия первенства школы самбо «Экра» среди юношей 2008-2010 годов рождения, посвященных Дню подразделений специального назначения. В рамках федерального партийного проекта «За самбо», который реализует Российская политическая партия «Единая Россия», мы проводим такие соревнования. И данный партийный проект включает несколько направлений. Это не только школа самбо в техникуме, самбо-вузы, самбо в ГТО. И цель этого федерального партийного проекта – популяризировать данный вид спорта. А сегодня пусть победит сильнейший. Всех с праздником! Путь в самбо – это путь воина. Хочу всем пожелать честной, достойной борьбы. Самбо – это наука побеждать. И чем больше людей приобщится к данному виду спорта, тем сильнее будет наше общество и тем сильнее будет наша страна. Самбо – это не только борьба, не только это воспитание силы, мужества, но это и наше достояние нашей России современной.